Дорогие гости, добрый вечер! Сегодня уникальный праздник, сегодня свадьба! Добрый день, друзья! Добрый день или добрый вечер! Сегодня прекрасный семейный праздник! Друзья мои, добрый день! Сегодня удивительный, прекрасный, самый замечательный праздник на свете! Сегодня свадьба! Сегодня 26 апреля 2009. Солнце светит над Москвой! Сегодня у нас самый главный праздник в жизни! Свадьба у самой любимой, самой душевной, самой неповторимой пары на свете! Стали единой большой дружной семьей наши уважаемые! Пришли для того, чтобы поддержать аплодисментами самую счастливую и прекрасную пару на свете, друзья! Появляется Антон! Добрый день! Посмотрите, друзья, на какая прекрасная наша королева! Влад, друзья, ваши овации! О, да, господа! Ваня, покажите всем вашу Сочи! 3, 2, 1, только! Друзья, мы продолжаем наш прямой эфир. Прямо сейчас я хочу подойти к замечательному столику, который знаком не только мне, но и всем присутствующим. Наша семья – это ячейка общества. И самые главные ее герои, всеми любимые, самые настоящие, наши уважаемые Анечки и Вани. Сколько гостей сегодня приехало на праздник? Конечно же, каждому из нас очень хочется пожелать нашим молодым счастья и радости. Так давайте узнаем, что думают наши гости по этому замечательному поводу. Молодым чего будем желать? Пусть так целуются всю жизнь, всю жизнь. Что пожелаем нашей паре? Сегодня такой замечательный праздник. Ну, так как она стоит рядом со мной, я хочу посмотреть ей в глаза, сказать, что... Самая главная английская королева. Здравствуйте, как у вас настроение сегодня? Настроение отличное. Мы видим самую счастливую на свете папу. Я думаю, что когда сын женится, это просто седьмое небо. Что пожелаем сыну и дочке? А кто будет первый? Первенец. Девочка. Девочка, друзья мои. Вот так, ну, раскрыли весь секрет. Все равно поздравляем. Счастья, радости. Спасибо. Так, это слово стопка. Друзья, что вы делаете? Мы у нас первое. Вот, мужчины готовы, стопка. Счастья вам, ребят. Горько. Горько. Очень горько. Я уж не могу. Горько.